Акция, прысвечаная сусветному дню диабета, проходит на этом тыдне у РНПЦ радиационной медицины и экологии человека. Ее организатор – областная организация Белорусского товариства Червоного Крыжа. Щодня с 10 до 13 годин у холле медицинской установы волонтеры будут робить оценку рызыков развития цукрового диабета и сердечно-сосудистых захворваний для всех жадающих. Разом со студентами медицинского университета яны вызначают узровень глюкозы и холестерину у крыви, вымираюць артэрыяльны ціск і індэкс масы цела. Спецыялісты таксама аддадуць рэкамендацыі па пытаннях здаровага харчавання і профілактыкі дыябету. Заболеваемасць з дыябетам второго типа растёт в республіке в цэлым і в нашай области, естественно, да. Учитывая, что к нам обращаются большое количество пациентов с этой проблемой, мы тоже имеем эти данные, эпидемиологические исследования мировые это доказывают. А диабет является очень, скажем так, хорошей, в кавычках, базой для болезни системы кровообращения, основной причины смертности населения. Так само у период с 13 по 16 листопада с 12 до 13 годин у конференц-зале РНПЦ для удельников акции проведут тематичные адукационные семинары.